В Японии на продажу выставили культовый Nissan Skyline GT-R R34 редкой спецверсии. На японском аукционе BH Auction появилось объявление о продаже легендарного Nissan Skyline GT-R в кузове R34 с пробегом всего 10 км в особой версии V-Spec 2 NUR. Спецверсия Нюр была выпущена в честь немецкого автодрома Нюрбургринг. Автомобили для спецверсии были построены на основе топовых версий V-Spec 2 и M-Spec. Такие модели поставлялись с улучшенной подвеской, агрессивным аэродинамическим обвесом, а также массивным антикрылом и перенастроенной системой полного привода. Также стоит отметить, что автомобили V-Spec 2 дополнительно оснащали карбоновым капотом. Автомобили специального издания получали размеченный до 300 км в час спидометр, шильдики Нюр, а также двигатели N1, которые являлись усиленной версией мотора RB26. До выхода спецверсии Нюр в 2002 году его ставили исключительно на трековые GTR. Всего автопроизводитель выпустил 1003 автомобиля серии Нюр. 285 на базе версии M-Spec и 718 из версии V-Spec 2. Экземпляр, выставленный на продажу, относится к последним из выпущенных. Специалисты считают, что стоимость автомобиля может превысить $500 000.